Привет, друзья! Привет! Разрешите представить вам! Сегодня перед вами великие огородники Арчин и Карина! Друзья, в прошлом видео мы сажали семена. Это было 15 марта. А сегодня вот они какие. Сейчас мы вам покажем, что у нас выросло. Друзья, смотрите, какой большой и красивый вырос горох. Вот это помидорки. Такие пушистые. Вот это лук у нас вырос. Давайте посмотрим, точно это лук. Мамы маленький кусочек. А он очень пахнет луком. И вкус как у лука. Тут у нас огурчики. Только у него в горшочке уже что-то белое. Дальше у нас редиска. А вот морковка, так много ее повырастало. Это у нас баклажан. Его тоже много. Это бурак. Ну, он у нас самый плохо вырос. Друзья, давайте теперь посмотрим зелень. Здесь у нас кориандр. Он у нас самый высокий получился. Здесь сельдерей и листовый. Он у нас самый-самый маленький из нашего вообще общего урожая. Если не считать петрушку. Так, здесь что у нас? Здесь у нас горчица. Мало ее зашло. Ну, может, было мало семян. Так, тут. А тут шпинат. Вот такой. Высокий. Так, здесь у нас рукава. Ее очень много. И вот петрушка кудрявая. Видите, ее вообще не зашло, потому что вот это вот, оно либо с этого, либо с этого. Это семечко. Поэтому петрушка у нас не зашла. Ну, может, это петрушка, но вряд ли. Так, теперь базилик зеленый. Базилик у нас взошел, и его достаточно много. Так, дальше у нас укроп. Укропа взошел чуть-чуть укроп. Но его не так много, как брокколи. Зелень поставил у себя дома. А вот это вот кое-что пересадим. А некоторые... А все остальное мы отдадим бабушке. Наверное, всем остальным растениям будет лучше в огороде. Друзья, дома мы хотим оставить горох, помидорки и огурчики. Помидорки мы отсадим в какую-нибудь другую баночку. Ну, маленький огород, потому что здесь ей уже расти очень тесно.
Друзья, а у вас большие растения выросли или маленькие? Пишите нам об этом в комментариях. А сейчас ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Пока-пока!